Ну вот, маханул я в Цесис, тут 30 километров от Валмеры. Сейчас думаю съездить в Сиволду. И вот, сейчас я в Цесис, скажем, вот это цесисский знак городской. Короче, я еду, сейчас самое интересное. Сейчас я еду, переезжаю железнодорожный переезд по рельсам, и слышу, у меня что-то брякает сзади. Я такой не понял. Думаю, ладно, приеду, цесь посмотрю. Короче, сейчас остановился. И смотрите, что мне произошло. Вот эти у меня концов на глушителях нету. Я то ли их слабо прикрутил, то ли еще что-то. Короче, они мне вылетели, я их где-то потерял. Оба черные конца. Вот. Ну, сейчас я съезжу в Сиволду, все равно покатаюсь. Аж самому смешно стало. Блин, а как это так? Концов нету. Вот. Блин, ну. И звук такой интересный стал сразу. Да, там внутри что-то гремит еще. Ну там, походу, это ось. И она там лязгает внутри. Блин, нормально. Я потерял концы. Ну я молодец. Ну это на скорость не влияет. Так что я сейчас съезжу в Сиволду, покатаюсь еще в Сиволде. Приеду в гараж, ну, буду разбирать, смотреть, где косяк. Блин, нормально. У нас все происходит. Так, ладно. Едем дальше, едем на Сиволду. Ну тут до Сиволды километров тоже 30 примерно, 35 отсюда от Цесиса. Прямо лязгает. Вот. Я услышал это лязгание и не мог понять, что это такое. Приезжаю, а у меня тут вот так вот, как у меня тут. О, ладно, поехали дальше. Нет такого. Вот я и в Сиволде. Окраина Сиволды. Поймал дождя опять. Между Цесисом и Сиволдой промок и высох на ходу. Сейчас заеду в центр города, зайду в кафе, соляночки бахну и поеду дальше. Хочу вечером сегодня эти глушители доработать. Я вспомнил, почему у меня выскочили эти концы. Я их установил на одну гайку, а их надо устанавливать на две гайки. Вот, у меня было на одну гайку, и они открутились. И все, концы улетели. Во как! Так, ну что, поехал в центр города. Там стояночка как раз есть напротив кафешки. Классно. Вот. Доехал с шиком, все нормально. Вот я и в Сиволде, в центре города. Стояночка прямо в центре. Вот это ЖД вокзал. Железнодорожный вокзал. Тут туристическая информация. Это центр города Сиволда. Я сейчас пойду вот в эту кафешку. Там классную солянку подают. Пойду-ка соляночки бахну. И поеду дальше. Остаемся на связи. Продолжение следует. Это моя соляночка. Сейчас я перекушу и поехали дальше. А вот там стоит мотоцикл. Но не видно машины напротив. Приятного аппетита. Вот, соляночку я поел. Нормально. Сейчас поеду обратно в Валмеру. Ну, с Сиволды до Валмеры через Фийское шоссе, ну, где-то 65 километров примерно. Вот. Ну и, скажем, с Валмеры сюда тоже где-то 65-70. Так, вот у нас железнодорожная станция в Сиволде. Ой, надо ехать делать глушители. Ну, у меня есть хромированные концы, но очень не хотелось мне эти хромированные. Хотелось вот именно черные. Именно черные хотелось. Ну ладно, ну будем хромированные ставить. Как я так умудрился потерять? Ну блин, так лохануться. Так, ясно. Ну что, едем в гараж и смотрим, что там, как там. Буду ставить эти хромированные концы. Да, так лохануться. Да, не мой день сегодня. Два раза дождя поймал, концы потерял. Ну,
Полный расклад. Понятно. Едем дальше. Проезжаю Страупы. Тут от Страуп до Валмери 30 километров. Ну, 35, кажется, было. Вот, сейчас проеду Страупы и буду уже в гараже. Поехали. Ну вот, я в гараже. Последние 10 километров до Валмери поймал жуткого дождя. Приехал мокрый весь. Он еще сейчас... Дождь еще идет. Ну, жуткого дождя словил. Жуткого. Так, ну вот мои глушители. Понятно, надо сейчас разбирать и смотреть. Надо вытаскивать все кишки и смотреть, что там. Так, сколько у меня получилось по спидометру? Да. 9,95. А было 8,86. Ну, получается, я проехал почти 130 километров. Почти 130, 129 получается. В общем, покатушки сегодня неудачные. Три раза промок. Два раза высох почти на ходу. Третий раз вот мокрый весь. Даже делать ничего не буду. Пойду домой, завтра займусь глушителями. Поймал я жуткого дождя. Покатушки в этом году у меня на люксовке неудачные. Очень неудачный. Сейчас все это надо чистить. Ой. Попало сегодня под раздачу. Зато проехал 129 километров получается. 129 километров. Я сегодня прокатился. Был сегодня в Цессисе. В Сигулде, Страупе и Валмере. Поехал в Сигулду соляночки перекусить. Ой, как на улице давит. Ну, жуть просто. Да, покатушки не удались. Но сезон зато открыл. Сезон открыл, все произошло. Так, ну что, работаем дальше. Надо делать глушители. Продолжение следует. Работаем дальше. Ну вот, сегодня пришел. Помыл мотоцикл. Нежно так помыл. Сначала специальным шампунем все забрызгал. Шампунем специально, потом нежно водой поверху. Карчером. Такой карчер у меня такой вот. С химией вместе. У него сзади химия подается сразу. Бычок сразу химия. Помыл, прополоскал и компрессором все продул. Ну вот. Сейчас вообще жуть. Был грязный весь, настолько жуть. Я замерз вчера, дождь этот вечерний, он был холодный, он настолько холодный, я с мотоцикла еле слез. Сегодня насморк, полный комплект, руки болят, кости болят, все болит. Без привычки сразу такой кусок и в холод. Вот, сейчас вот начну смотреть, что тут, да как тут, ну тут понятно. Я как начинаю заводить, мне концы вылазят там, ну этот вылезает, скажем, ось крепления вылезает. Вот просто гайки открутились, и я потерял. Так, ну что, сейчас вот буду все разбирать и собирать заново. Блин, как я так прям пережить не могу. Черные концы, их достать нигде нельзя. Вот. Так, ну что, нужно загонять в гараж и разбирать глушители. Разбираем, работаем дальше и смотрим, что да как. Блин. Непрохо прямо вчера. Непрохо. Неудачное открытие. Просто вот неудачное открытие. Промок три раза. Пол мотоцикла потерял. Полный комплект. Блин, вот непроха. Поехали дальше. Мотоцикл помыл, продраил. Загнал в гараж. И разобрал глушители. Разобрал. И просто ошарашен был. Смотрите. Я разобрал глушители. Вот я вытащил кишки. Вот смотрите. Ничего не замечаете? На ней нету ни одной прокладки. Вот те прокладки, которые я устанавливал, полиуретановые, они просто исчезли. Просто исчезли. Их просто нету. Обалдеть. Теперь я понимаю, почему я потерял концы.
прокладки сгорели. Все это дерьмо выплюнуло. Ну, тут чуть-чуть видно, вот оно тут скопилось как бы. Конструкция расслабилась, гайка открутилась, и концы у меня вылетели. Вот результат. Полиуретановые прокладки устанавливать запрещено. Ни в коем случае. Я проехал на них только 20 километров на этих прокладках. Через 20 километров у меня все залязгало. Вот. Кирдык. Значит, что я делаю? Я хотел поставить прокладки, скажем, с технической резины. Ну вот у меня стояли вот эти вот полиуретановые. Так что их устанавливать нельзя. Они температуру не держат. Вообще не держат температуру. Вот, хотел поставить техническую резину. Как бы она у меня есть, но что-то меня тоже останавливает. Очень сильно останавливает. Я поговорил с умными людьми и приобрел паранит 4 мм с кевларовой прошивкой. Вот именно кевларовая прошивка. Надо посмотреть, тут вот видно. Кевлар. Гамбит. Вот я уже нарубил такие. Вот сейчас буду себе их устанавливать. Рубил. Я одну полоску отрезал строительным ножом, замучился, просто жуть. Поехал на гильотину и нарубил просто кусками. Просто нарубил кусками. И дальше уже вот при помощи этого дырокола уже сделал вот такие вот. Вот сейчас буду устанавливать. Буду устанавливать и ехать дальше. Я все разложил на столе. Сейчас буду все собирать. Вот буду ставить хромированные концы. Ай, черные потерял, блин. Я переживаю за черные концы. Их так не достать. И вот эти вот кевларовые прокладки. Паранит кевлар. Буду ставить. Сюда. Сюда. И сюда. Кстати, пришлось чуть-чуть на шмиргеле, на наждаке проточить. Может быть, где-то на полмиллиметра были и побольше. Резину это можно просунуть, а паранит уже не просунешь. Вот по кругу все точил чуть-чуть. Сейчас буду устанавливать. Вот, как все нехорошо получилось. Ну, очень нехорошо. Складываем. Скрутил все кишки, поставил прокладки, скрутил. Ну, вот так вот все это выглядит. Ну да, паранит 4 мм кевларовой прошивкой, это серьезно. Что-то я как-то вот лоханулся, нужно было мне сразу брать этот паранит, что-то как-то не подумал. Не подумал. Вот все собрано. Пока поставил по одной гайке, установлю на глушитель, и тогда еще вторую гайку поставлю. Так, ну что, сейчас я буду ставить уже прямо в глушители. Работаем дальше. Глушитель я собрал, сложил, завел. Блин, ну совсем другое дело. Вот, глушители собрал, завел. Но не могу я привыкнуть, когда у меня хромированные концы. Но не могу я к этому привыкнуть. Но никак не могу. Я привык, когда черные концы классно смотрятся. А тут хромированные. Ну вот поставил паранита кевларовые прокладки. Блин, все работает обалденно. Вот как мне неудачное открытие на люксе. Ну просто неудачное открытие. Неудачный прохват. Пол мотоцикла потерял. Блин. Три дождя словил. Так. Понятно. Я сейчас на улицу выгоню. И погоняем на улице. Послушай. Мотоцикл на улице. Выгнал из гаража. Прогрел.
Вот, такой у меня неудачный прохват открытия мотосезона на Люксе. Ну, очень неудачный. И замочился, и полмотоцикла потерял. Ну, очень неудачный прохват. Вот. Ну что, пробуем завестись, что скажут. Движок шепчет, просто шепчет. Ну и выхлоп просто красивый. Выхлоп очень красивый. Ну, кевларовые прокладки, бронита кевларовая, это серьезно. Это точно серьезно. Ну вот. Неудачное у меня в этом году открытие сезона. Ну, очень неудачное. Ну, примерно вот где-то так. Но на этом я закругляюсь. Не ищите причину, ищите возможность. Возможность может принести только серьезные обстоятельства, а не диванная причина. Я открыт и доступен для всех, кроме тех, кто не оценил моего доверия или попытался мне нахамить и нагадить. Я от таких особо одаренных людей целенаправленно самоудаляюсь. Это Георгий, учебный канал Ретро Ява. Всем пока, пишите, звоните.